Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Вот, как всегда, на манеже одни и те же. Ну что, верну? Если что, листва полистит где-то. Листва, да? Смотри, еще нормально, еще не забивает. Ну что, Андрей, Бог нам отвел еще парочку счастливых дней вернуться на нашу любимую речку. Потому что жизнь становится такой штукой, что становишься неуверенным в этой жизни и всегда мечтаешь попасть в свои заветные места. Всегда уверен, смотри, снова вечером. Здесь механик был разработчик, но нет. Здесь прудок нашла, нет. На крутую речку дважды не войдешь, правильно? Это да. Что-то проверим, что у нас тут. Воду гонит струя. Контрольные проверки. Утки сейчас это. Утки? Там что? 8. Ну что, Андрюш, попробуем? Брат. Давай. Обхватим. А давай выйдем, посмотрим. Да не надо выйти, это подкажется, что. Че, течение не знаешь, что ли? Да нет, мы вот выйдем оттуда, сейчас снизу зайдем. Я же тебе не говорю, что мы отсюда. Вместо козы. Хватай весло. Да. Гребаный ты Винни-Пух, да? Ни хрена тебе снимай. Газ! Это вообще просто. Пошли обнимем. Пошли обнимем. Вот сколько лет в тайге этому дереву, да? Андрей, встань, я тебя сниму. Чтобы люди поняли, кто ты такой по жизни по сравнению с этим деревом. Я брат. Мы в джунглях, субтропик. Ты говоришь, это вдвоем обхватит. Тут
Человека 4, да? Человека больше, человек 5 надо. Человек 5 надо. Больше. Человек 5 надо, чтобы его обхватить. Это просто что-то с чем-то. Джунгли. О, видишь, северная сторона, мох с этой стороны. Ну, на севере есть как раз. Северная сторона. Нет, ну я туда не полезу. Сейчас наше видео, слышь, браконьеры эти, которые лесорубу черные посмотрят, скажут, нифига себе, такое бы дерево бы завалить, китайцам продать, да? Я туда не полезу. Но я тебе скажу, если такое дерево в Китай продать, слышь, по-моему, можно сразу себе машину купить по стоимости одного такого дерева. Это просто сказка. О, лягушки прыгают, слышь? Пошли пройдемся до залома, вот прям дорога. Ну конечно. Посмотрим, что там. Так лодка там, чтобы. А там нормально. Вообще колоссальный залом. Ну делать нечего здесь. Ну вот так вот, ну можно стоять под берегом где-то. Не, вот смотри, вот там коса. Не, Саш. Ну там может, а здесь это ловить вообще ничего. Ну тут залом вообще не детский, перехлестало, да? Да. Он поразбивал, поэтому рукава идут, видишь? Ну. А залом, конечно, проходу воде не дает. Вода рукава разбивает. Завалило. Сейчас в нормальных местах по это покидаем, крызо половим. А здесь он тоже ехал за ним, это надо ходить, бегать. Вот он красавец. Вот он красавец. Кто это у нас такой? Леночек. Маленький форельчик. Конечно, таким очень красивым, сказочным ленкам мы даруем жизнь. Красавцы. Сейчас мы половим хорюсков. Оба-на! Вот он, красавец! Вот они! О, красавцы! Хорюски наши!
торчат, да? Здесь не торчат. Да, братала, прямо залома надо лыть. Нифига и синяру завалило. Смотри какой. Вот линяр. Да, линяр, это бин. Линяры? Вот прям тут вот кидай, да? Место вообще. А тут вот теперь там можно ветром порыбачить. Докатит, да? Ну, вон листвы опять он. Винтейк надуло. О, зрелище, да? Откуда его тут приперло в такой речке маленькой? Крутело. Выше класс. Смотри, а? Смотри, с протоками уходит. Водя надо ловить. Ну, если зайдем, покидаем. Да, обязательно. Есть тот кусок, это же на свою эту. Сейчас зайдем, посмотрим. Давай, давай, давай. Тут там, ничего. Там залом. Если можно было перескочить, так вот раз туда. Надо возьмешь ту подушку эту, приспосабливать. Да, тут уже не поможет. Нет, тоже место смотри. Братан, тут есть одно только средство, вертолета. Да ты даже на вертолете не сядешь нигде. Смотри, блин, места какие, а? Сказка. Вот тут вот, блин, вообще бомба, смотри. Да сюда вообще никто никогда не добирается. Надо здесь это, давай вот сюда вот. Да-да-да, сейчас с той стороны обойдем, смотри. Да, это нос. А, нет, все правильно, давай нос сейчас сюда. Сюда, засунем. Давай на нос иди. Вообще бомба. Вот идет, уважаемая, борьба с большим линком. Вон в траве у меня есть фрикцион до залома. Дальше я его отпускать не могу. Видите, удочка просто загибается до предела. Я даже не знаю, смогу ли я его забрать. Скорее всего, я его забрать не смогу. Вон, вот, пошел против струи. Я буду стараться его забирать. Он... О! Андрей, это просто гигант. Да ну нафиг, я его не заберу. Заберешь там на килограмм. Все покушать. Там килограмм. Килограмм. И больше. Так. Килограммчик. Да слушай, однако. Вот он, какой линяра. Андрей, забери, пожалуйста. Хо-хо-хо-хо! Во какой! Ну-ка, покажи пятнистика. Смотрите, на самый краешек губы, видите, муха-убийца, про которую я вам рассказывал. Вот на такую муху-убийцу ловятся вот такие сказочные, очень леопардового цвета большие линки. Еле держалась.
Вот, только муха-убийца. Вот такая вот, видите? Муха-убийца, способная ловить вот таких красивых линков. Вон у меня с раю на катушке весь фрикцион до самого залома. Но все-таки он удержался. Шансов не было, шансов... У него не было шансов это. Уйти, да? Ну, а, вот у нас линяра. Видишь, она муху стоит, не берет. Кидаешь ему муху. Говорит, муху не хочу. Хочу воблера. Воблера-то, конечно, он хочет. Кто воблера не хочет? Да тут нет места, брат, чтобы какой ты сильный малыш. Сильный уже, жируешь, активненький. Опа. Вот такой красивый леночек у нас клюнул на самбу Либерти. Еле-еле. А там еще поклевка была. На что, на воблер? Да. Две поклевки было. Один ушел, второй взялся. Травы грибанул. Что? Говорю, травки воблер грибанул. Есть! О, еще один! Красавец! Иди сюда! Иди сюда! Мой маленький пятнистый зверь! Решишь отведать воблера? Вот он какой красивый, а пузатый какой, жирует уже на зиму. Пора бы, да, уже покушать-то. Пора. Труднодоступная река нас радует, да? Или пока только меня радует? Андрей, так получил. Меня радует. Ну ты же еще не сказал последнее слово. Такие ясени посрывало с корнями, да?
потирай, потирай ближе к кусту. Падай в лодку. За удочками смотри. Место так, да? А мы же здесь рыбачим. Что, остановимся, не? Пятачки, блин. Вон можно. Под кусты туда. Ладно. Ужас. Вон желоб, смотри какой. Ты ж не захотел тут ловить по нему. Значит, пойдем там, где рыбы нет. Пробрались, да? Самое, да. Что интересно. Давай вот здесь таки, да. Да тут струя бешеная. А? Струя бешеная. Да. Там спокойная вода бежит. Да, спинник может стоять. Вот ты попробуем. Или не будет? Да тут куда ты, чё? За лумбоком, я румпель в кране, вообще от него на полную, уже дальше некуда, газ полный, пиздец, это нет, а сейчас это уже снимаю, нет, я просто первый раз не снял, а потом второй раз, ну думаю, если, блин, утонем, чтобы хоть люди увидели на камере, если вдруг достанут, как это было. Во, я снимаю. Во! Вот это борьба настоящего харюзятника. Профессионала высшего качества. Андрей тянет мощного хариуса. Во, зверюга! Порадовал. Порадовал. Ну-ка, покажи зрителям Ютуба, что ты могешь. Ну-ка, где у него гребешок? Что ты сам на него смотришь? Что людям покажи. Во какой. Во. Кто тут у нас? Линочек. Решил одним глазком посмотреть, да, он? Да. Ну, видишь, за глаз. Я называю таких одним глазком решил посмотреть. Здесь всегда под березой это, слышишь? Беспроигрышный вариант, да, закинуть? Еще поклевка. Ну давай, догоняй. Догонит, нет?